С понедельника по четверг. Будучи удачливым и пользуясь популярностью. Автор 24 детективных романов Игорь Евгеньевич Фионов. Важно помнить о близких и не забывать о своей семье. Скажите, вот этот человек вам знаком? Он игрок-профи. Опасный и скользкий тип. За ним довольно длинный хвост. Ты что, следишь за мной? Ну что такое говоришь, следишь? Оставьте мою дочь в покое. И пока все не разрушилось, нужно взять себя в руки. Я убью его! Подонок! Поклялся, что больше ты до нее пальцем не дотронешься. Попытка исправить все может обернуться катастрофой. Сергей Маковецкий в многосерийном фильме «Косвенные улики». С понедельника по четверг на ТВ Рус.